стоит? Час 10, наверное. А далеко? Это вот от магазина час 10. Затверечье. Мы пытались пробку объехать, пытались Терецкий мост объехать по Красинскому. Вот, стреляли. Час. Встаем от начала Комсомольского. Сколько? Часа два утром, часа два вечером в пробке стоишь. Это ненормально. Сильно ощутили. И днем по городу тяжело стало ездить. Долго ехать? Да, ну, да, очень. Мы уже час едем. Больше часа. Не то слово. Ну, не знаю, откроют, не откроют, еще работа едешь, там они еще не до конца сделали, что ничего не залито, ничего вообще. На месяц? Что-то я сомневаюсь. На месяц они не справятся. Ну, если не больше. Вы думаете, что растянется? Ну, не удивлюсь, если туда растянется. Думаю, да.